Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня мое видео будет о новинках, которые появились у меня в сентябре. В последнее время меня что-то потянуло вот на такие декоративные листья растений варигатные. То есть мне хочется свою коллекцию растений расширить вот такими вот какими-то красивыми листьями, цветными. В прошлых видео я вам показывала, что у меня появилась варигатная шиплерка. Она, кстати, растет, у нее хороший рост идет. И фикус вот такой вот красавчик. Starlight сорт. Но сегодня не о них. Просто я хотела показать, что вот у меня такие вот растюшки есть. Чувствуют себя хорошо, прям так растут очень. Мне нравится так быстро. А это вот мои новиночки. И вот такая у меня новинка. Это спатифилум сорт Домино. Очень имеет декоративные листья из-за того, что они с белым краплением. А то бывает и вообще белые листья наполовину выпускает. Или больше пятна такие по зеленому. Очень красиво смотрится. Этот сорт спатифилума даже нарядно смотрится, когда он не цветет. А также его украшают вот эти вот листья. Ну, мне очень нравится. Мне вообще в последнее время очень нравятся вот эти варигатные растения. Или просто уже зеленые как-то обыденно смотрятся. Вот такая еще новиночка. Это растение называется эпипеприм. Такое название, что, знаете, язык не поворачивается его сказать, честно говоря. Это тропическое растение, относится к семейству ароидных. То есть оно в природе может расти как самостоятельно, а так взбираться на деревья может. Расти на деревьях. Имеет воздушные корни. А у нас в квартире или в домах его можно выращивать как в кашпо под весном. Очень эффектно смотрится. У него такая густая крона получается. И стебли длинные, свисающие, и с варигатными листочками. Или в кашпо на ножке. Своей листвой будет очень украшать любое помещение. И вот такая моя новиночка. Это Хоя Кэрри Альба Маргината. Сорт называется. Посмотрите, какие у нее красивые листья. В форме сердца. Это просто валентинка. Вот такая валентинка. Да, ее даже принято дарить любимой девушке на праздник, потому что ее листья напоминают сердце. Она еще и цветет, хоя, и очень декоративно и эффектно смотрится. Это тоже тропиканка. Я вам вставлю фотографию из интернета. Обратите внимание, какая красота. Это довольно-таки редкий сорт. Я свою приобрела просто череночком, неукорененным. Укореняю сама в вермикулите. Сделала дренажное отверстие в стаканчике. Немножко дренажа добавила. И вермикулит. И он просто мокрый такой вермикулит. Отжатый был хорошо. Я туда ее хорошо так закрепила. И вот жду, когда она у меня пустит корешочки. Прям не дождусь. У нее здесь, кстати, зелененькие такие, на камеру просто не видно, но я думаю, почечка просыпается там уже, то есть все хорошо, чувствует себя отлично. И вот такая моя новинка, Монстера Альба. Альба варигатная, то есть у нее вот такие вот листочки. Я очень гонялась давно за этим сортом, просто они стоят бешеных денег. И вот также мне, видите, достался черенок, приходится самой все укоренять. Ну, я, в принципе, не боюсь, корешочки мы дадим, хорошие. Это я уже не раз выращивала, монстеру. Я сейчас наведу вам вот эта монстера, которая у меня большая. Я ее точно так же вырастила из черенка. Укореняла ее в воде, она очень хорошо укореняется.
Так что будем ростить такую красавицу, монстеру варигатную. Я прям очень довольная. Я просто очень балдею от ее листьев. Я тоже из интернета вставлю фотографию. Посмотрите, какая красота из нее вырастет. У нее будут тоже такие резные листья с белым. Очень нарядно и в любой интерьер очень красиво смотрится. И, конечно же, для этих красоточек, для укоренения, нужно хорошее освещение. В доме я с освещением вопрос решила. Мне прислали лампу Mars Hydra на тестирование. Про нее было видео у меня на канале. Кому интересно, сейчас выйдет ссылка в правом углу. Можете зайти и посмотреть. Вторая часть оранжереи переехала у меня в другое здание бассейн. У меня было прошлое видео про это, и мне там в комментариях пишут, а как же у вас там с освещением? Вот с освещением как раз с подсветкой сейчас решается вопрос, потому что подсветка там, конечно, нужна. И, пользуясь случаем, хочу показать вот этого красавца. Вчера у меня был цветок, вот здесь вот он уже все закрылся. Это гибискус. И у него еще множество бутонов. Он у меня весь в бутонах. Вот такая красота. Цветы, конечно, огромные. Просто огромные. В две ладошки. В общем, вот такие у меня новиночки появились в сентябре. Я, конечно, очень счастлива. Увидимся в следующем видео.